Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению в финальном этапе Кубка Billie Jean King. В последней встрече наши спортсменки выиграли у соперников со счетом 2-1. Полина Зачиналова продолжит. Победой завершила свое выступление на чемпионате мира женская сборная Казахстана по теннису. В последней встрече спортсменки выиграли у команды Словении со счетом 2-1. Были непростые матчи, непростые соперники. Но девочки проявили себя в каких-то матчах сильнее, чем в других. Но я рада, что итог вышел в нашу сторону. И мы улучшили свой прошлогодний результат. Чемпионат мира прошел на высоком уровне для нашей команды. Мы увидели очень много позитивных моментов. Мы увидели Жибек Куламбаеву, которая вот уже последние 2-3 года очень прогрессивно поднимается в рейтинге. Уже на сегодняшний день 140-я ракетка мира в паре. И это наша уже такая, можно сказать, звездочка-парница, где она сегодня проявила себя наилучшим образом. Неприятным сюрпризом стал не выход на корт Елены Рыбакиной. Лидер сборной Казахстана, занимающая 4-е место в мировом рейтинге, травмирована. Врачи категорически запретили ей не просто играть в матчах, но даже тренироваться. Очень рада, что выпала такая возможность, во-первых, сыграть за страну, и, во-вторых, еще и победить, еще и в решающей паре. Поэтому, да, очень довольна результатом. Этот факт еще раз доказал, что слабых соперниц на чемпионате мира не бывает. Казахстанская сборная второй раз в своей истории выступила на турнире такого уровня. Полина Зачиналова, Хабар 24.